Привет, друзья, стримаши. Я показывал уже несколько раз эти магазины. Внизу на первых этажах здание не приспособлено. Они разламывают капитальные стены. Им выдает разрешение администрации районов, то есть государство по сути. То есть это ужасно. Это вообще нельзя делать такое, рушить капитальные стены. Смысла в этих магазинах я никакого не вижу. Наверное, в них продают бухло ночью. Неужели так все окупается? Вот, что ночью 10 человек придут, 10 каких-то банок купят. Ну, наверное, окупается. Больше ничего ночью там, я думаю, не покупают. Ну, в крайнем случае, кто-то, может, за хлебом пойдет, но это очень редко. Основное, конечно, что неприспособленные места. По энергопотреблению все провода старые, ничего не меняется. Тоже там нагрузка большая, сразу ложится десятки киловатт, не рассчитано это помещение. Ну, вот такой развал. Потому что бандитское государство, его реформировать не надо, его надо просто закрыть и распродать как банкрота. На этом все. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте уведомления. И вы будете самым прогрессивным человеком. До свидания.